Вы этот ОДКБ в чем-то другом видели? До января нет. Выходить надо было давно, наверное. Или приостанавливать членство. Вот. Ну, до марта, до 24 февраля, скажем, или до 1 марта, 3 марта, скажем, этого года, еще можно было предполагать, что Россия слишком, можно было бояться. Вот, теперь и бояться уже, и надеяться не стоит, и бояться не стоит, потому что ОДКБ – это Россия. Ну, мы же не всерьез говорим, что ОДКБ – это также Киргизия и Таджикистан, которые между собой тоже ведь ведут сейчас пограничные перестрелки. Это была мертворожденная организация, остается она. Сейчас она просто продемонстрирована, вот, что она ничего не стоит. Армения тоже явно ничего от этого не получает. Но и особой опасности нет. Ситуация ведь... Особой опасности в том, что поссориться больше нет. Ситуация отчаянная. Просто отчаянная.